В начале выпуска о социальной политике. Михаил Игнатьев сегодня встретился с председателем Чувашского республиканского объединения организации профсоюзов «Чувашресовпроф» Анатолием Коршуновым. На встрече обсуждалось взаимодействие органов власти, правительства, работодателей и профсоюзов. Шла речь о повышении минимального размера оплаты труда. Экономика все-таки должна быть для человека, а не человек для экономики. Поэтому предлагали такое решение. Поэтому спасибо. Мы надеемся, что это подстегнет и внебюджетный сектор не только вот для того, чтобы выплатить эту минималку, но и чтобы посмотрели работодатели, чтобы повысить заработную плату и всем работникам. Главная наша задача – отслеживать и принимать упреждающие меры для того, чтобы люди не остались без работы один на один. Есть соответствующие принятые программы, есть соответствующие принятые параметры бюджета, где малообеспеченным семьям, конечно, будем выплачивать эти субсидии. Поэтому вот наши встречи рабочие, они должны давать дополнительные возможности, чтобы выверить, правильно ли органы власти все делают. Профсоюзы, как общественная организация, отслеживают. Сигналы вы правильные всегда давали и, полагаю, будете давать. И мы будем реагировать, как реагировали.